прекрасный дом в Галлиуце со своим гаражом, со своей винодельней, то есть можно делать ракию, с беседкой, с камином, с бассейном, с большим участком земли, со солнечными панелями, с центральным отоплением от камина и с обогревом. Короче, сейчас все покажу. Много фруктовых деревьев. Гостиная. Одна спальня. Вторая спальня. Ванная с джакузи. Третья спальня со своим санузлом. Центральный вход в дом. И мы входим в пристройку для гостей. Комната со своим санузлом. И с небольшим кухонным уголком. А теперь самое интересное. Здесь комната для производства ракии. Беседка. Санузел. И теперь бассейн. И вот такой вот большой участок земли. Фруктовые деревья, огород. Здесь беседка, которую можно сделать для лета. Спутниковое телевидение, интернет, виноград. Такой вот замечательный дом. Солнечные панели обогревают бассейн. Спасибо.